хлопці, як вакарі псахті ліхоп шчає, ефір джа дыратара і гойону. Сара уявлю кой, сарі цукта не пхай, шзезіз гейт, а інтернета хар хочаз, ли хай злачажва дзема кой, схопшу я відіон дзам таку, а інтернета фархача, а жакала шэш джум хара є псов адюбшко. Хала гапнос. И хай сіз амчик жезе стенін, іх схожі на бжара пе фото журналістчар конкурсахна, вінезікі жашук сазы і рейгу а фототыхлича алкан. А конкурс и сышукса ими пысует. Сынпа уяла хозыр хапхадзара дарай рачан. Уртрахин зусум тако аяйз и реуб абэх ижбо на фотосахеку. Яруба сария рубрика джиалахкайз анайсте фотосахеку. Китай акалак тэнчен анухавича ачаюра таргалуй. Эйзер годи аш лотас аж лаква роу. Мышква крапха Италия иху зиг и цердруа адзьях комуахны мёфысит Италия тэ моды тюйны Дольче Кабана коллекция джитс адзыргара. Ей цердруа модельча Наоми Кэмпбелл, Эва Герцогова, Хелена Кристинсен, Китти Спенсер, Дольче Кабана коллекция адапши. Ашхукаргу был разыч цахё, уртрахе бзия бы раздырхун хё, и зымкоц и дзыркуашзы и шабжахкот асоциал пха инстаграмачы и аптол книголюб Абхазия захцу адака. Адаха чайха дыргалу ашхукасик айнцерис стол и рейву. Уаха шарайши бшар, шилшут, шку якшу и шку пхо ашхука, а наюс урчна баджы и шоу шилшут. Интернета джеластыла сэймё пургути и вэпшим амасыт и цлабрапо. Ахмарапо, а интернет бэсчэла я хлёзэр, а челленджко. Уртирею байгуа имя вгаз айс бакинг захдзыз ахмара. Уахауа адзыхшашу и куртун. А найсты айт цлабра яхцэн манекен челлендж. Уаха композиция Black Beatles аганэцэ ала холэча имцэсцаку тэпкаджа и глазар акон. А хазигрей хай злачажу, а интернета джезэкюла ала холэча и зызгаз, а рэпер Дрейк и композиция In My Feeling ядфэлу ужу имя пысу Акошары Челлендж Ау. Рапхэ дзэрэюзэ Акошары ролик тихэд а комик Шыга. Уи социал тхай инстаграма дахэч и нэйдэй. Иху хэпхэдзэр рачэла хэштэква In My Feeling Челлендж ра захцэл флэшмоб язгна. Are you riding? Say you never ever leave. Gotta be real with it. Hey, hey, yeah, hey. Kiki, do you love me? Hey. Are you riding? Say you never ever leave. Ария Джитсера я отгылает Eyes of Will Smith, 69, Lil Jon, Will Smith Ягузер, Зинзаск, Будапешт, Ац Хатхалек, Аша, Датско Шерц Азин. There's no way. No way this is legal. Got me in my fit. How we gonna get into there? Gotta be open the door. On the bridge. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Арта видеон зам такой рыштых ариашу шхаджейн хойт. Выйму асип шифо челлендж шхала фюрхурц агуахора шестерцерги халойт. Ария рубрика чхаза адкылар хтахуб ахазара дузло ейцер дыр воздик бзия ейцер бу Италия де композитор а пианист Людовико Эйнауди. Людовика ей вебшима жанр кой лайкцой, уртир бзоруны зипшығам агусым тако апицой. Людовико их задунезик я дырвэд. Ярайрджам тугуги угадзан зэй нэйвэд. И тэнчук, мачк улэх и курцарги ауэд. Эйнаузия кинематографа зэйвэхэд и мачым ква саундтрекко. Ака зэйрджам тугуа шахауэд 1+1, доктор Живаго, уфэ гирт ейцар дыруа афэм хорджа. Яра зэнзаст жах альбом тишхэд. Яра убас ивэхэд хэпхэдар рачала композиция ква. Абара кэр шукса Людовик и кылара куарах и зэдзэрю А композитор Ирджиам такуа дуунейт классика Торых Янылахейт. Уважающая зыдзерица еще дахкалы Людовико Ейцер дыруа Ирджиам та Унна Матина Сахча.
Еснак разжимал показ разнапала куава. Уафида шардырует обоюхат разло асаха тыхой купш Саида Плепха. Саида хахпорджи и уэпшим асаха куатылхует. Уртырыка цара процессшими пустуал хейлырху ама тухкорды элыш карчта хызар шахупш анайс пихайпш шафера. Саида, добро пожаловать, мы рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо, здравствуйте. Для начала расскажите нам, как вы начали увлекаться рисованием, с чего все начиналось? Рисованием увлекаться я начала с самого детства, можно сказать, с лет 5-6. Все началось с обычных детских раскрасок, я любила разукрашивать животных, а потом уже начала рисовать самостоятельно, и, можно сказать, со слов окружающих у меня неплохо получалось. Потом я уже пошла в школу, и там мои вот знания увидела моя учительница по рисованию, Галина Габриэловна Атаева. Она вот всегда старалась выявить способных к рисованию детей, и, видимо, она и во мне увидела вот некий талант. Благодаря вот ей я получила много знаний, большой опыт. Если не ошибаюсь, к 2000 году она открыла свою детскую художественную студию, и она и мне предложила вот учиться там. И я там обучалась некоторое время. Вот именно вот с того времени можно сказать, что я начала более серьезно уже заниматься рисованием. А позже и ко мне начали создавать произведения. Да, можно так сказать. Саида, вот рукодельный мир, он очень интересный, разнообразный. Почему именно этот вид рукоделия вы выбрали? Вот многие сейчас как рисуют? Рисуют на бумаге или на холсте. А вот что касается росписи на камне, по крайней мере, я у нас в Абхазии пока не встречала. И вот я решила начать с такого необычного, увлекательного и вот интересного дела. Почему именно роспись на камнях? Вот последние несколько месяцев я уже не работаю и решила вот как бы унять свою скуку, чем-либо себя занять. И чисто случайно в интернете я увидела расписные камни в виде животных. Они мне очень понравились, вот как из неодушевленного предмета, из камня можно было создать таких милых зверушек. Я решила тоже начать, решила купить краски, кисти, но я решила просто так украсить свой сад, свой садовый участок, и даже не думала, что это меня как-то затянет. Первые камни я расписала, вот это были ягоды земляники, и получилось очень неплохо. А потом уже пошли божьи коровки, бабочки, потом и животные пошли. Вот это вот выявилось вот такое произведение, можно сказать. Расскажите немного о процессе. Что нужно иметь под рукой? Под рукой нужно иметь, соответственно, сами камни, краски, кисточки разной толщины, вот грунтовка, если камень окажется там темным. И акриловый лак, это уже в конце процесса. Камни я выбираю желательно, чтобы они были плоские, овальные или такой округлой формы. Желательно, чтобы они были без ямок, без трещин. Если она будет такой пористой структурой, будет, то она будет много краски впитывать. Ну, нежелательно. А краска? Какую краску выбираете для работы? Краски выбираю именно акриловые краски. Можно красить и гуашевыми или же акварельными красками, но они на солнце образуют трещины, и потом они смываются водой. Акриловые краски, они, можно сказать, намертво вот впитывают к камню, и на солнце они не выгорают и не смываются водой. Они вот самые универсальные для росписи по камню. Если камень темный, наносится сначала грунтовочный слой, потом, соответственно, сама краска, и в конце уже наношу акриловый лак, это уже на следующий день после полного высыхания камня. А сколько времени у вас уходит на создание одного изделия? Ну вот смотря какой рисунок. Есть такие камни, которые я могу расписать за полчаса. На некоторые камни у меня уходит от 2 и может до 3 часов тоже. Но я не могу сказать, что это меня утомляет. Совсем нет. Я в основном начинаю работать вечером после 8. И вот я начну работать, если это будет животное. Я могу работать и до 12, и до часу ночи. Потом смотрю на часы и думаю, ну как же так, вроде начала-то полчаса назад. То есть время уходит и совсем вот не замечаешь этого. Это очень увлекательное дело. Саида, вот вы сказали животными, в основном рисуете животных. Именно в этой тематике вы работаете или же все-таки экспериментируете? Экспериментирую, конечно. Я не только животных рисую еще и природу. Я вообще с детства любила рисовать море, также горы, речки. Вот это тоже также я стараюсь вот показать на своих камнях. Помимо вот росписи на камне, из камней также делаю магниты на холодильник. Правда, магниты я беру среднего размера. Если они будут большие, они будут как бы с холодильника сползать, и они не пойдут для этого делать.
дело. Беру среднего размера и все, что вот захочется, я там расписываю. Вот как говорят мои знакомые, больше их интересуют такие вот темы, вот влюбленные котики или влюбленные совята или лебеди. Вот в этой теме вот в основном я стараюсь рисовать. Также рисую, делаю из камней картины. Правда, таких картин у меня пока немного, их около 5, но вот я хочу, буду стараться в этом направлении больше работать. А вот при выборе камня, как вы выбираете камни? Любые можно или же все-таки? Вот, как я и говорила, желательно, чтобы он был плоским, без всяких ямочек, чтобы он не был пористым. Если он будет какой-то необычной геометрической формы, я тоже могу взять, просто хорошенько можно присмотреться и посмотреть, вот какое животное оно напоминает. А потом, исходя из этого, своих фантазий уже начать творить, можно сказать. А вот используете ли вы интернет в своей работе? Смотрите ли различные мастер-классы там, других рукоделец? Да, конечно, как без интернета. Интернетом я тоже пользуюсь, смотрю, вот, вдохновляюсь, можно сказать, некоторыми идеями, но не могу сказать, что я под копирку рисую чужие камни. Нет, я, конечно, свое что-то добавляю или что-то свое новое придумываю. Но интернет, без интернета тоже как бы не обойтись мне. Саида, насколько мы знаем, вы еще нигде не выставляли свои работы. Вот, собираетесь ли в дальнейшем? Да, было бы хорошо. Мне не раз приходила в голову мысль, может, организовать какую-нибудь выставку, но, по крайней мере, не сейчас, потому что у меня работы пока не так много. Вот за несколько месяцев их ко мне набралось расписных около 40, плюс картина. Я хочу создать больше интересных вот таких камней, расписать их. И у меня вообще много идей, и мне надо, наверное, их уже начать записывать, потому что... Вот в дальнейшем, если получится, конечно, можно будет организовать выставку. Саида, мы желаем вам удачи в вашем творческом начале. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. А кинотеатр Коркноярласний Цирцерана Йохуб Зигзипшу, а мюзикл «Звезда родилась». А фильм режиссер Даму Барурха Дегнаикзойт Брэдли Купер. Ярова Сарака Рештырхует, Леди Гага, Сэм Эллиот, Дэйв Шаппел, Утайгир Айзахпо. Леди Гага ре фильм Лала Хроеп Зороны, а киносахикна и хахауэт ин лукзо композиция Кольпака. Жохарада ре мюзикл Дара Айнтересатов, Араха Ярвшу Ашикур, Зидирра Дара Убуяхвар Игуб. Етердыру Айзахпо. А шухмарва, а фильма Титра я запишу. Миллион юла ахупшца. Звезда родилась, а премьеру урастыла я сгуаты Абзарамзе Алагамтас. Вот же шахупша трейлер. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change. Hell, it takes a lot to try. Знаешь, чувак, я всегда знал, что ты чего-то добьешься. Что все у тебя будет хорошо. Сейчас я впервые беспокоюсь за тебя. Можно личный вопрос? Ну? Tell me something, girl. Ты пишешь песни и все такое? Я не пою свои песни. Че так? Просто мне не по себе. И че тебе не по себе? Почти все говорят, что им нравится, как я пою, но не нравится, как выгляжу. Я думаю, ты красивая. I'm falling. Эй! Что? Хотел еще раз посмотреть на тебя. In all the good times I find myself longing. Ты выходишь и поешь песню, которую я люблю. Нет, я не могу. Поехали! Джек, пожалуйста, не надо. Джек. Посмотри на меня. Все, что тебе нужно, довериться мне. Поверь мне. I'll never be the greatest.
We're far from the shallow now. Хотелось хочется чай, я хозяй брал по интернету, чего я нужно терять, что хозяй, а Настя хайп вчера в жизни мы же обзерась.